Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Яман уходил из нашего сериала, а также если вы не хотите, чтобы Сэхер развелась с Яманом, давайте нажмем лайк и посмотрим наш номер. Что будет с Яманом? Останется ли Сэхер отдельно от Ямана? Достигнут ли Джанан и Зухаль своих целей в отношении Сэхер? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новой серии сериала «Доверенные». В следующей серии печень Ямана обанкротится. Вот почему в нашем сериале снова начинаются вопросы зла. Как только Сэхер и Яман говорят, что они счастливы, происходят новые разлуки. Потому что Сэхер должна развестись с Яманом, чтобы жить. В следующем эпизоде Яман теряет сознание. Сэхер находит Ямана на кровати в крови. Сэхер сильно паникует, и Сэхер думает, что Яман мертв. Затем Сэхер вызывает скорую помощь, когда видит, что Яман жив. Сотрудники скорой помощи также оказывают первую помощь Яману и доставляют его в больницу. Яману нельзя терять время. Врачи немедленно везут Ямана в операционную. Врачи оказывают Яману необходимую первую помощь. Но положение Ямана плачевно. Потому что врачи Ямана говорят Сэхер, что им нужно срочно найти печень. Сэхер и весь персонал жертвуют печень Яману. Но ничья печень несовместима с Яманом. Сэхер тоже начинает размышлять. В тот момент, когда все средства правовой защиты исчерпаны, вмешивается Джанан. Джанан ловит Сэхер в одиночку. Джанан говорит Сэхер, что ее собственная печень совместима с Яманом. Сэхер также очень рад найти подходящую печень для Ямана. Но радость Сэхер остается в ее урожае. Джанан оскорбляет Сэхер. Джанан говорит Сэхер, что ты не заслуживаешь Ямана. Сэхер потрясена тем, что Джанан оскорбляет ее. Конечно, Сэхер умоляет Джанан. Сэхер соглашается со всем, что Джанан говорит для Ямана. Джанан говорит Сэхер, что если ты разведешься с Яманом, я отдам свою печень Яману. Сэхер также получает второй шок от высокомерного предложения Кэнана. Но у Сэхер нет другого выхода. Сэхер должен делать то, что говорит Джанан. Хотя Сэхер стоит перед большой дилеммой, она наконец принимает решение. Решение Сэхер – развестись с Яманом. Итак, Сэхер подчиняется всему, что Джанан говорит о Ямане. Сэхер покидает особняк. Джанан также отдает свою печень Яману после того, как Сэхер покидает особняк. Потому что Зухаль давит на Джанана. Джанан также спасает Ямана от смерти в последний момент. Яман с другой стороны перенес операцию и выздоравливает. Но когда Яман просыпается после операции, он не видит Сэхер у своей постели. Зухаль и Джанан также говорят Яману, что Сэхер ему изменил. Яман с другой стороны верит в эту ложь и разрывает связи с Сэхер, потому что Яман помнит побег своей матери из дома. Яман думает, что Сэхер бросила его как его мать. Яман налаживает новую жизнь вдали от Сэхер, чтобы не быть таким человеком, как его отец. Но неожиданно Яман и Сёйер встречаются. Потому что Яман и Сэхер – главные герои нашего сериала. Поэтому нельзя ожидать, что Сэхер и Яман будут долго оставаться врозь. Что ж, как вы думаете, будет ли предложение Джанан Сэхер? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья. Чтобы увидеть больше видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.